студенческое телевидение Гусь ТВ, и это рубрика «Инстатоп». Пятое место. Анастасия Бухтицкая. А вы помните тех девушек, которые сидели на корточках возле кирпичной стены? Так вот, теперь они встали, у них появился снежок и парень. Неизменно осталась только кирпичная стена. Четвертое место. Анастасия Хохлова. Перед вами первокурсники Союев, группа 10-16. Желаем вам, ребята, оставаться такими же дружными и выпуститься в том же составе. Третье место. Света Гурова. Мне кажется, или кого-то она мне напоминает? Ты не пройдешь! Продолжая тему баскетбола и моих фантазий, второе место — Никита Ковалев. О, он напоминает мне героя, которому взрыв ни почем. Нет, он напоминает мне пирата, который идет с бутылкой рома, и у него такой большой попугай на плече. Do what you want, cause a pirate is free. You Нет. Are a pirate. А может, он идет такой, весь такой классный, с бумбоксом на плече и с цветами в руках. Ко мне? Так, все, стоп. Хватит фантазий. Добро пожаловать в реальность. А реальность такова, что несмотря на 8-часовую дорогу, ребята из Агидесанта смогли достойно презентовать наш вуз для будущих студентов из Усть-Коксы. Первое место. Юлия Тупикина. Занимаешь первое место — получаешь подарочек. Поэтому ставь наши хэштеги и будь в топе. С вами была Вероника Чернова. Все, пока. Пока. Ты начинай, я потом это. Touch my